Валерий Викторович Тарада покинул пост руководителя Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. 4 мая ему исполнилось 60 лет. Валерий Викторович руководил управлением последние 7 лет. Сейчас исполняющим обязанности назначен Юрий Куриленко. Ранее он занимал пост руководителя управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия. Юрия Куриленко уже представили сотрудникам управления.